ненавижу. Походу все просто. Надо господи задержать. Не, не надо, смотри, сейчас прыгаешь туда, пробегаешь, как только оно начнет перекрестываться, прыгаешь и прыгаешь вот так. Давай. Никаких ящиков. Как ты нужен, наверное. По всяким ссаным углам меня заставляешь лазить? Не я, игра заставляет. Да нет, ты же ящик в угол поставил. Сам в угол. Засунный толчок. Что это такое? Ценный бучок. Я не знаю. Он их, наверное... Достать ты ящик такой. Куда надо поставить? Да пусть, да пусть стоит. Ну да. Да. А да могу. Ну и все, берем колду. Закрепляйся за кольцо. Какое? Ну вон кольцо на конце. Ну, подтягивайте меня, пожалуйста. А ну сделай веревочку. Чего длиннее? Вот так. Ну, чучка, ебать. Чучка? Тогда, короче, веревку делай, чучку. Чучко, давай. Это короткая веревка? Да. Самая короткая? Не, не самая, но короткая. Экселент. Ой. Да стреляй, который без щита. Может, его щит вырастет за то время, пока будет иметь. Целишь. А куда ему целить? В ногу! Ну, в ногу он убивает щит. Ну что за человек, а? Да вот скажи. Тень, ты видишь? Ну видишь, ну тень же была на них, но почему-то мимо. Творится-то, а? Что делается, что делается? Не разбивай. Понти, 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 понти. Ну все. Я бери пока ушки. Нахер они меня вообще не знают? Теперь буду тогда всю карту своими картами. Давай я возьму, ну че? А че ты не захотел? Хочешь, хочешь отомстить? Не все понравится. Зависит. Да. А тут не знаю. Вот ты подопрись. Привет, привет, привет. Хитрожопые гуси, гуси, хитрожопые.
на диванчике. Нет! Тортик! Тортик – ложь. Какой-то бред. Нет! Тортик – ложь! Ну, все, прошли. Ложный тортик. Наверное, с этого. Сколько бы собрал? С пальмового масла. Ну, а проверим. Два не взяли. Два не взяли. Ну, нормально. Такая погрешность, в принципе, ничего. Ну, открылась карта. Ну, то большая карта. Хотя, там можно, хотя в принципе... Да? Да. Ну что, успеем? Давай, опасную прогулку. Из рыцарей выходит отличное жаркое для моих ненасытных спутников. Угу. Решила набухаться? Да! О, это чисто фызг. Из рыцарей выходит отличное жаркое для моих ненасытных спутников. Пробел. Из рыцарей выходит отличное жаркое для моих ненасытных. Делай прыжок сразу, ты появляешься. Ну. Не зажимай. Имба, короче, прыжок это имба. Выхнее направление. Если мы этот прыжок сделаем над кем-то, мы его сразу гандошим. Понимаешь? Вот красное направляет, значит, он, мы его убили. Прям на них прыгаем. Вот так. Молодец. Видишь? Мы уже улетучили. Второго улетучили дальше. Вот так. Именно надо прыгать именно на них. И вообще имба. Если они растеряли все эти, значит. Видишь, нашли. Вот спять сразу. Ну, мы что-то в одном уровне оставались. Блин, тяжковато, конечно. Давай, еще одно. 728 уже. Вот это большой какой-то. Тут, уровень. По-моему, не были еще. Наверное. Не, а тут 900 надо этих, да, или нет? Или нет, открылись, открылись. У героев было много вопросов к духу, на котором, как оказалось, лежит ответственность за все их неприятности последних лет.
Но времени на выяснение отношений у них не было. Им нужно было собрать осколки артефакта. Самый близкий к ним. Из этого путешествия живым в последнюю тысячу лет никто не возвращался. С какой стати именно мы сможем победить Сарика? Давайте не будем забегать вперед. Пока мы не соберем все части артефакта души, говорить о походе за сердцем Сарика вообще бессмысленно. Это как-то символично, даже в дьяволе. Но после того, как наше приключение подойдет к концу, мы все будем свободны, каждый пойдет своей дорогой, и мы заживем спокойно и счастливо. Правда? Так и будет. Договорились. Сакра тоже так же. В этом даже, в Гримдауне так же. Конечно, надо туда так бежать и прыгать. Советчик. Советник, да. Не, АГО прикольный. Мне нравится. Туда-сюда надо. Вверх, наверное, не нужно. А там нету, где прикрепиться. Но все равно ниже прикрепишься. Ох! Как ты любишь это? Пирсинг. Всего тела. Ой, хорошо. Ты мой мученый. Мы же там можем ящик поставить на эти игры. У тебя будет уже островок. Дедушка же старый лазит по балкам. Давай я островок сделаю, безопасность. Во. Видишь, можно как ею, так и дедушкой играть. Ну а как ты спрыгнешь? Еще и укалывание тоже полезно. Это правда бревна укалывание. Колья укалывание. Давай на него. Да! О, может, блядь, давай ящики сделаем тебе, слушай. Зачем и что? Ну ты хочешь свет. Ну ты хочешь, чтобы я на штыри бросил. Ну я не пойму, блядь, как оно так сделано. Ну как, ну что-то надо интуитивно, то есть. Да, интуиция. Так, минус два. Вон, тебя заставили с пузякой лазить, блин. Бедолага. Давай ящичку. Ну вот, вот и где оно висит, эта хрень? Вперед. Ой, хорошо. Такой звук. А ты умеешь меня поддержать, я смотрю. Конечно, конечно. Давай ящичек. Ну вот где оно? Ближе ко мне, а как оно? Походу оно ближе к тебе. Не, туда дальше. Видишь? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Давай, прыгай вперед, нажимай сразу. Глубь. Вот. И лети, 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 лети. Голубок. Ну ничего. Все. Бля, ты куда улетел? Наконец карты. Задолбали, тварь. Я уж сам пойду. Да ну вас. Надо будет прыгать, если не перестать. А вот видишь ты, нежданчик, а? Охеренно, блин, это просто, это нечто. Куда она делась бы? Я не знаю, а где Понти делся? Понти там, с другой стороны. А это где? Чучело. Пипец. Вот она, жди. Слышишь? Что-то Понти. Да не, Понти справа, с другого конца карты там уже. Трендец, это привет от разработчиков.
знаешь. Трейндец. Да. Пипец. Еще найди теперь этого Пантея. Так, не хер дохнуть, не хер играться от этого. Давай, там же нормально. Наверное, ныркать. Да, надо взять тут кристаллик и потом уже тогда. На полу взял. Так как? Это ж, наверное, плавает хрень. Ящик, это ж плавает. Давай сейчас его на воду положим. Не, вот это. Наверное, плавает. Плавать умеет. Да, плавать умеет. Прыгай. Деревянно. Да, офигенно умеет, конечно, плавать. Может поближе, давай его. Да не надо трогать. Ну, сюда, к стенке. Да не надо, я его сама и приплыть могу. Добрались наконец-то. Поиски осколков начинаются. Смотри, какой олень. Олень красивый, прям новогодний. С гирляндой на рогах. Там еще внизу был кристалл, не забудь про него. В бочке. Мистер Лось. Это лось. Да нет, это был олень. Ну он стоит. По-другому. Лось по-другому будет получше. Ну, лося рожки. Ну, не надо этого делать. Ну, трапил куда-то. Свои вертеля выпили. Это брейкданс рыцарский. О, какая-то тут петелька есть. Может, надо прыг туда и побежали. Скорее всего, это дальше. Может, там туда сходить, что там есть кристалл. Не увлекайся. Давай там еще посидим. Я не скрыл. Надо быстрее.
Пошли, пошли, идем, там еще кристаллы были. Это продолжение. Да блин, не сюда. Как мне сюда? Надо, наверное, колени. Мне колени, наверное, надо. Или нет, или ты думаешь не сюда? Там сейчас эти будут. Вот чекпоинт. Видимо, туда надо идти. А нам надо еще там посмотреть. Нету еще? Мне сказали, ну да. Ну нету нигде кристалла, наверху нет. Или зарили, да, на ред продолжение. Ну, ну сказал же русский язык. Молодец. Оно тут никогда не угадаешь, блин, куда тут идти на самом-то деле. Так это от стенки, давай. Двойной прыжок, там и там. Ну что ты разворачиваешься? Она не разворачивается. Ну ты разворачиваешься, ты же была уже наверху. Зачем ты делаешь девочку назад и прыгаешь? Все, замри. Что я сюда, блин, пришла? Я не пойму, куда я должна была за оленем идти должна. Что очень большая карта для тайничка. За оленем получается. Хер пойми, шел тебе возвращаться. Давай это возьмем. Ну пошли за оленем. Ну чекпоинт был следующий, значит туда точно идти надо. Давай за оленем. Здесь был? Да. Я же тогда упрыгал куда-то и все, тогда уже не упадет. Понятно, еще надо было садиться сюда. Что, яшечек? Яшечек. Тут равно, где бочки? Голос
голос тройки звучал будто прямо из моей головы, а не из артефакта или из книги. Любопытно. Такое впечатление, что с тех пор, как мы разрушили артефакт, она может обращаться напрямую к нам в мозг. Как ты сказал? Все логично. Артефакты создавали как хранилище души. Или душ. А теперь, когда наш артефакт разрушен, тройка каким-то образом использует остатки магии хранителя, чтобы общаться с нами. Как-то меня нервируют эти голоса в голове. Все, идем. Мы сюда шли за оленем. Вернулись. Пойдем направо. О май гад. Надо только возвращаться. Нахера я спрыгнула? Понимаешь, из-за дурной головы? Нет, пальцем по коже. На клавиатуре. Дедушку, в студию! Ты меня прям под говно! Что, сюда? Стонет, бедолага, да? Аналогин перестал действовать. Давай. Не, надо зайти. Куда? Бей посуду, я хочу. Мародерством решил позаниматься, да? Не надо. Так, можно как-то прицепиться колечком? Давай. Сейчас где-нибудь там. Это экшен. Ну туда его нахуй. Давай, мы сходим. А? Игра за меня? Минуточку. Куда? Ну я там стала. Куда дед пошел? Да, наверху пошел. Ну окей, а дальше-то что? Ну беги туда. Большой, она за ним полетит. Ну да. Короче, это нужно отсюда вот туда прыгать, как можно быстрее побежать по камень. Пока значит камень. Смотри, ждем. Как только он срывается, сразу бежишь туда. С этих, когда только начинается. Да, мужчина. Женщина. Бери мага, воскрешаем этого хера. Мне все погибли.
У героев было много вопросов к духу, возле на котором, как оказалось, лежит ответственность за все их неприятности последних прекрасная лет. Прекрасная сохраненка. Чудесная. Ты можешь мага взять, в чем проблема. Бери мага, мы сейчас эти камни нахер раскатаем. Запор полечь. Нет. А что подними вверх. Там уже срачка. Срачка? Это запор, не срачка. Там уже навалило херово куча. Если хочешь, ну как? У героев было много вопросов к духу, на котором, как оказалось, лежит ответственность за все их неприятности последних лет. Но в чем проблема? Давай. У героев было много вопросов к духу, на котором, как оказалось, лежит ответственность за все их неприятности последних быстрее, лет. Быстрее, 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 быстрее. Убегает этих вот игл. Что прыжок? Надо же возле них быть, чтобы прыгнуть. На них прямо прыгать. Не зажимай пробег. Молодец, Конки. Понял, какой-то шок. Он еще сюда будет ставить, понимаешь? Будем сейчас брать камни. Какие камни? Может эту крылья потушить, откроется здесь какая-то хрень. Бери, мам. Бери. Ориентацию вперед-назад у меня, конечно, дикая проблема. Давай убирай ящик. Проходили? А, ну тогда все. Ну да. Тут посмотри, с этого камня. Слева, внизу. Да нет. Да, ну тогда пошли. Да. Давай, поставлю тебе. Ты любишь, что? Сюда. Так, наверное, на выход. Да ну можно.
можно магом поставить ящик, а можно этой лучницей. Все, ну пойдем. Я предлагаю все закончить. Но без этого ну никак. Везде получилось. За ящиком, перед ящиком. Я тоже получил. Давай сюда, сюда, сюда. Прыжочек, право. Какое право, прыжочек? Ну мы уже с тобой что-то прошли. Ну давай, прыжок туда-сюда. Полочка.